Всем привет, ребята, с вами Полина и седьмой Tekken. В прошлом видео я проходила аркадный бой за удачливую Хлою. Она, конечно, миленькая и там симпатично очень выглядит, и в ее-то нарядах она ничего так выглядит и так далее, но... Она злая девочка и выдавала к этому слабенькое, что вообще ни разу не круто. В этом видео я бы хотела все-таки не просмотреть катсцены, которые я открыла. Это как-нибудь отложим на потом. Сейчас мне хочется все-таки поиграть кем-нибудь еще. И раз уж пошла тема подростков, то давайте выберем Алису. О, кстати, у нее здесь тоже есть какие-то костюмы, которые я не открыла еще. Но есть и какая-то боевая одежда, пипец, как странно выглядящая. Но это у меня открыто, поэтому давайте Алису нарядим в этот ужас ужасный и попробуем в таком виде поиграть, в общем-то, что-нибудь пройти. Так, я могу цвет волос выбрать. Ну, вообще-то, к такому костюму, наверное, хорошо бы такой цвет волос подошел. Блин, ну почему костюм открытый? Блин, ей что, живот защищать не надо? И грудь, если это боевой костюм? Наоборот же, как раз только эти... части тела защищать и имеет смысл, там не руки, не ноги, а вот именно живот или там грудь, потому что там, где грудина, там сердце, блин, если туда, не знаю, меч засунут, нож, все что угодно, колющий, режущий или выстрел, это же все, конец. Живот тоже запросто могут вскрыть, и кишки тогда выпадут, и все. А чем вообще думают разработчики создавать такой боевой костюм, блин, я не знаю. Я в ужасе, но в то же время хорошо было бы выбрать ей такой цвет волос, потому что он хоть какое-то разнообразие носит, вносит в этот однотонный, однотипный какой-то костюм. Так, какие-нибудь по прическам варианты новые нет? Оу, боевой шлем! Ну, я не уверена, конечно, но он, наверное, к этому костюму. Давайте его будем использовать. Интересно, а он даст какой-нибудь эффект там при рейджат или... Я не знаю, все что угодно. Наверное, нет, скорее нечем, да? Ну ладно, что же. В принципе, это все так солидно выглядит, что, в общем-то, даже никакого эффекта, и да, достаточно просто его на голове как бы иметь, и все. Думаю, очки тут будут просто не в тему, да, потому что, ну, шлем, как на шлем, блин, очки, да вообще никак же. Ну, грим вот я могла бы, наверное, выбрать. Тут берила есть какие-то. А давайте злость, все-таки это боевой же костюм, да, и шлем тоже боевой, и так далее, в общем, все у нас боевое. Пусть тогда будет так. Так, что тут с костюмами? Ах да, наверное, боевого кролика. Боевой кролик, блин. Кролик! Боевой, блин, как кролик может быть боевым? Думаю, к такому костюму неплохо бы винтовку, да? Например, иметь. Ну и еще какое-нибудь оружие. Это что, браслет? Ничего себе, а это что, бур? Зачем бур, блин? Боже, это просто жутко выглядит. Цветочные браслеты здесь, если честно, тоже так себе. Но бур это просто все, вынос мозга. Зачем? Вот чтобы что. Я бы сюда пистолет или гранату, если честно, потому что, ну, когда они сюда больше, по-моему, подходят, чем бур. Дробовик еще можно, но они как-то пересекаются с винтовкой, не очень круто это выглядит. А вот этот вот револьвер, он какой-то слишком маленький и тоже не солидно выглядит. Давайте вот этот вот пистолет. Что там по эффектам? Эффект удара. Разные есть эффекты, но некоторые из них я еще не открыла. Ладно, давайте просто ради разнообразия что-то другое выберем, но вообще большинство, конечно, тут всего мне из эффектов ударов пока недоступно. Так, ауру я, наверное, выбирать не стану. Давайте загар купим Алисе.
Может быть, даже я ее сейчас и окрашу в этот загар, но что под цвет ее костюма. А, так, ну и вот эти вот картинки я, к сожалению, выбрать не могу. Узнаете, да? Картинки те, которые мы просматривали. А вот еще, пожалуйста, такая же. Вот еще. А вот мы все это видели. Зачем я покупаю, спрашивается, одни и те же картинки? Я просто ума не приложу. Что не так с разработчиками? Так, давайте сфоткаем ее. Мяу! Как она грозно выглядит в этом костюме. А тут что за костюм? Кролик у меня, но какой кролик? Какой из боевых кроликов? Давайте посмотрим. Угу, второй. Просто чтобы не запутаться. Не запутаться и не выбрать и опять такой же костюм. Так, уши. Уши кролика вроде бы те же. Мяу! Вот еще какое украшение. Для волос тут есть. Ничего себе. Интересно, а к какому костюму это украшение может подойти? Какие у нас тут... Давайте сразу эту бутоньерку тогда оденем на волосы. И даже сразу выберем вот такое вот разукрашенное лицо и посмотрим, что по костюмам, к чему бы это могло подойти. Я думаю, что вот эти вот все костюмы, они как бы есть уже по умолчанию, то есть их одевать сейчас вовсе не обязательно. Поэтому в них смысла я не вижу. А бутоньерка, наверное, могла бы типа вот такого костюма, да, к чему-то такому подойти. Купальнику вряд ли. Кстати, если что, вот же еще купальник есть. А собственно, там больше робота здесь и не во что одеть, если честно. Только вот костюм из мне доступных. А это что? Костюм А? А-а-а, вы только посмотрите! Вот он, костюм А, верх я еще не открыла, а низ уже есть, можно им уже как бы воспользоваться, но это все абсолютно бессмысленно, по-моему, разве нет? Я, ну, все равно не могу верх надеть, так зачем мне низ? Может быть, и браслет подойдет? Ну, в принципе, разнообразие ради можно, почему бы и нет, такая цветочная девочка, да? Алиса получается. Правда, макияж у нее тот еще, но... Мяу! Суровая Алиса. Пусть так будет. Я помню эту... Это представление, когда она здоровается с врагом, и как-то мне от этого представления не по себе, если честно. Так, ну и давайте ее наведем в еще одного кролика. Кажется, вот этот вот, да? А вроде бы да, тут главное не прогадать. Интересно, а вот ей не мешают эти уши кролика и там заколка на волосах? Ведь как-то все нагромождено, разве это действительно не мешает друг другу? Наверное, к этому костюму как раз стеберило могли бы подойти, да? Давайте железо выберем. Она такая суровая, я не знаю, вроде бы цветы, да, вроде бы, ну, такая вся из себя девочка-девочка, но в то же время эти бензопилы, в то же время этот бур. О чем вы вообще, блин? Я просто в шоке. Какое сочетание брутальности и девчачьего чего-то такого нежного там. Я просто в шоке от разработчиков. Ну что, кажется, больше из таких особых костюмов именно вот для нее я выбрать ничего не могу, да? Если я не могу выбрать, значит, пойдем драться, смотреть на костюмы и так далее, и так далее. Я очень надеюсь, что она окажется сильнее Хлои и что я одержу хотя бы по одной победе в каждом костюме, а не ноль. Так. Алиса у меня где-то здесь. Давайте-ка посмотрим. Ну вот, да, все костюмы здесь есть. То есть мне действительно было вовсе не обязательно их там выбирать, да? Как разработчики, однако, поступили, ну, я даже не знаю, может быть, и не очень красиво. Ну, по моему мнению, это не очень красиво. Но, наверное, в этом есть какая-то своя определенная логика.
костюмы вот эти вот, равно как здесь по умолчанию есть, так и есть там в гардеробе. Ведь это не очень хорошая идея, по-моему, ведь в гардеробе можно вот такими костюмами забить три ячейки, и под остальные костюмы просто места не останется. Ведь можно гораздо больше костюмов иметь, если вот эти вот три ячейки под данные костюмы останутся свободны. Разработчики меня так запутали, слили. Я ей наряд сделала как раз в одном из костюмов, которые у нее как бы есть. Вот, вот видите, повторяются наряды. Это же не совсем здорово, согласитесь. Ладно, давайте выберем вот этот. Алиса Баскетович. Мяу. Почему у нее такая фамилия? Почему вообще у нее фамилия есть? Она же робот. Да и у Ли вроде фамилия не Басканович. К чему? То есть, может, эту фамилию дал ей ее разработчик? Но если это не Ли, тогда кто? Какой-то другой ученый или что? Реально, зачем ей фамилия? Ой-ой. Так, и кто моя цель? Угу. Давайте попробуем его убить бензопилами. Господи! Мамочки, Алиса просто... Машина по убийству! А может и не очень. А ну отойди от девочки! Жесть просто! Реально машина по убийству. А что по ногам там? Ой, блин, чувак, ты меня пугаешь. С ногами все довольно круто. Так, надо просто потренироваться ей управлять, но... Как она крута. Что, получил пощечину от меня? А к чему этот крик, Алиса, а? И я, и то, и это. Прям подых, блин, жесть! А почему с этими словами именно такое движение у разработчиков ассоциируется? Это же странно, разве нет? Блин, жесть, она суровая. Я ничего не нажимала, кроме ударов руками и ногами и клавиши вперед. Может, на русском попробовать другие какие-нибудь движения, отточенные? Ничего себе! Да, пранкерша Алиса, да? Бедный русский, блин! Мне его даже жаль стало! Так... Ого, ничего себе, как она клёво поднялась. Да блин, русский, отвали от меня. Я пытаюсь понять, какие клавиши и за что у Алисы отвечают. Блин, товарищ. Так, всё, стой. Не дергайся, стой там, где стоишь. Эй, что за беспредел? Почему рейджат не сработал? Мяу. Ничего себе, как это быстро было! Прям целая жизнь перед глазами пролетела у Алисы! Почему рейджат не сработал? Блин, товарищ, я себе голову хотела свою на тебя надеть, а ты? Что, получил, да? Клевая атака, да? Ну вот... Так, давай-ка рейджат, пожалуйста, сработай! Что это вообще было только что? Блин, у нее реально в этом костюме такие крылья, я просто в шоке. А куда они исчезают потом? Как-то в спину исчезают или как? Да, Алиса намного сильнее Хлои. Даже сравнивать не стоит. Ой-ой, Акума. Плохи мои дела сейчас могут быть. Ну, надеюсь, что мне повезет с байкером-то все нормально получилось, даже лучше, чем с русским, хотя русский Лили, допустим, никакой не соперник. Ой, кстати, какой клевый сундук мне разработчики дадут, если я выиграю. Блин, год, ты что, не боишься бензопил, что ли? Да как смеешь ты, смертный? Ты кто такой? Ты роботу не противник. Блин, ладно, ладно, я лучше использую рейджа, не до выпендрёжа сейчас, потому что Акума
когда не я управляю Акума, и Акума достаточно сильный. Поэтому надо с ним... Если есть возможность при помощи Рейджарта разобраться, то нужно при помощи Рейджарта разобраться. Ах ты, Год! Я же подкатить к тебе хотела, а ты? Год! Блин! Ничего себе, нас в жизни разбросало. Да, товарищ? Что случилось? А, я его убила, блин, господи! Так, и что я получила? Больше всего меня интересует, что же я получила. Персиковая пляжная мини-юбка. Я снова получила низ костюма, а верха у меня при этом нет. Блин, что за отстой? Лучше бы верх костюма дали. Нет, ну серьезно. А вот и ты, легка на помине, да, Лаки Клои? Самые мои шутки плохие. Ой-ой. Ау. Блин, как это? У меня жизни меньше осталось, чем у Лаки Клои. Что за беспредел? Я же боевой робот, в конце концов. Мне эти жалкие людишки вообще... Подожди, ну блин, я тебе голову свою хотела подарить, а ты... Гадина мелкая. Блин, жесть просто. Да ладно, неужели какая-то несчастная Лаки Клои меня способна сделать? Просто ни в жизни не поверю. Она хитрая. От бензопил как уклоняется, да, оригинально? Ой-ой, ай-яй-яй. Фух, все, готовься к тому, что я выпущу твои кишки, блин. Грейт, офигеть, как вообще Лаки Клои могла в меня чуть ли не сделать, а? Это вообще как понимать? Ау-ау-ау. Блин, ну она же слабочка, ну. Что вообще происходит? С какой перепугу, блин, слабаки меня уделывают только так. А когда и Ниной было, ладно, Алиса, Алису в расчет не берем, Алиса-то, ну, робот там сильная и так далее, но все-таки. Но Нину, как Лаки Клои могла Нину, блин, уделать, я вообще этого не понимаю. Обойдемся без выпендрежа, Лаки Клои, вот честное слово, обойдемся, не занимая эфирное время. Блин, я просто в шоке. Ну, ладно, я зато получила... Низ купальника для Алисы. В общем-то, ничего страшного, что я проиграла. Хотя, блин, я говорю, так обидно слабакам проигрывать. Но все-таки, ладно, ничего страшного. Уф. Я совсем не умею, блин, тут драться. Противники и так, и эдак, и присесть могут, когда нужно. Но только не я. Блин, а вот этот товарищ суровый. Может быть и такое, что... Получилось все-таки с ним, сработало. Как у нее голова на месте оказалась потом, а? После такого-то. Это танец с бензопилами. Как ты так-то, ну? Убивает меня тут, жесть просто. Ау, 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 ау. Пора активировать. Нет! Так как так-то? А ну отошел от меня, гад. И стой на пути, дай пройти. Блин, я проиграю, наверное. Ладно, неважно, я все равно не умею Алисой драться. Ну вот, зачем только я сейчас активировала Рейджат? Ладно. Никакая Алиса не сильная, слабенькая. Еще одна слабенькая девочка. Все они подростки, слабенькие девочки. Еще только суются, блин, туда, куда не надо. Зачем эти драки вообще дались, если они слабые? Слабакам, я считаю, в файтинге просто тупо не место. Мне кажется, что было бы более справедливо, если бы разработчики все-таки не позволяли компьютеру использовать прям на все 100% возможности того или иного персонажа, а примерно вот как человек сражается,
как я сражаюсь с тем или иным персонажем, вот чтоб так же и компьютер управлял этими персонажами, потому что... Иначе, ну правда, какая-то несправедливость получается, разве нет? Не, как Алиса крута, но не всегда. О боже! Весь свой гнев готова обрушить на мать семейства. Сумасшедшего. И Чеси, и никакие тигры, блин, тебе не помогут. Все, пора, Рейджат, пора. Блин, пусть это будет радужный сундук, пожалуйста. Я так хочу для Алисы получить какие-нибудь костюмы еще. Раунд 2. Это все-таки я поражаюсь, если честно, как Алису надели, ну, в такой костюм, прям реально, девочка-девочка. Но она же боевой робот, блин, какая такая еще девочка, блин. А чем это вы вообще? Мяу, как она клево умеет. Мяу, ничего себе. Офигеть, откуда такая прыть вообще взялась? Какие такие клавиши я нажала? Ого, какая я сильная, сама что ли Алиса от себя такой прыти не ожидала? Я, блин, тоже. 100 тысяч. Я поражаюсь, блин, логике ученых, которые изобрели Алису. Нет, ну правда. Вроде боевой робот, но между тем ее так нарядили, как блин, какая-то няшная девочка, как будто она Лаки Клои, например. Блин, что-то с пандой как-то сложно, да? Ладно, буду так как-нибудь действовать. Эй, Рейджат, ты что творишь? Давай активируйся. Иначе я проиграю, блин. Почему ее крылья зависят от костюма? Мне вот еще любопытно. Что, панда, не ожидала от меня такой прыти? Я и сама от себя-то не ожидала. Че там с ногами? Как я вообще это делала? Блин, панда! Убийца, блин, девочек и роботов! У нее же китаянка есть, так что китаянка девочка, а все остальные не девочки, что ли? Вообще с ума сошла, панда! Ну отойди от меня! Ау! Я поняла, как это делается, офигеть! Ну, хотя, не факт, конечно. Ау, реально поняла, жесть! Короче, нужно клавишу назад удерживать и два раза, две клавиши удара ноги. Офигеть! Слушайте, клевая атака. Я и сама от тебя такого, Алиса, не ожидала. Вроде тоже слабенькая, но нет, между тем так этому тузить может, что, блин, мало не покажется. Это же старик. А чё ты как-то странно старик выглядишь? Блин, эта атака, она... Эти клавиши, точнее, они позволяют, блин, разные варианты атаки использовать, но все довольно клево. Я даже не вижу смысла пользоваться, не знаю, бензопилами. Но хотя интереса ради можно. Смотрите-ка, клавиши назад и две клавиши удара рукой. Вот они к чему приводят. Почему Алиса вечно голову отрывается? И почему она постоянно про силу свою говорит? Или там был какой-то ученый такой же, как я, который сомневается постоянно в их силах? О, нет, против себя, блин. Уничтожение цели, то есть самой себя? И, короче, тот ученый ее запрограммировал на то, что она слабенькая и так далее, или что? Как это понимать, блин? Ой, нет, эту атаку только я буду использовать, ладно? Мяу, все-таки я смогла ее сбить, офигеть! Мяу, перемещаюсь во времени и пространстве! Блин, хоть бы выиграть какую-нибудь часть этого костюма, мне, в принципе, только верхняя часть сейчас нужна, нижняя у меня уже есть. Ай, я бонусу получила от себя же, считай. Танец с бензопилами, да? Ау! Блин, а странное дело, сочетание этих клавиш дает какое-то разнообразие постоянно.
это реально странно. Предполагается, что одни и те же клавиши, которые я нажимаю, они должны, ну, как бы, заодно атаку отвечать. Вот, наконец, этот верх костюма я получила, то есть... Если все хорошо будет, и если мне повезет, то сможем посмотреть на еще один костюм даже сегодня, во как. Игра в повышение, да? Посмотрим, насколько меня хватит с этими моими новыми открытыми недавно атаками. Ау! Оно отошло от меня! Подкат хочешь, к тебе сделаю! Клевый подкат, я умею, клево! Мяу! Блин, жесть, я разошлась! Ау! Я, блин, ради тебя голову оторвала! Считай на эшафот, блин! Ради тебя, а ты что творишь? Ты все сказал, да? Нет, вы еще не закончили разговаривать. Мяу! Блин, я суровая. Офигеть, просто можно. Алиса реально просто машина по убийству людей. Жесть. Еще эти крылья, блин, еще то, что она летать может. Тоже прям такая девочка-девочка, прям бабочка. Стройная, но в то же время сильная, и так далее, и так далее. Блин, я просто поражаюсь, серьезно. Еще в костюме таком клевом. Ну, в смысле, девчачьем. О чем только думали разработчики и те, кто Алису создавал. Ну, ученые, в смысле. Мне кажется, если какой-то сильный там робот или что-то в этом духе, то это скорее как вот. Это женщина из ООН. Примерно, ну так, должна быть там суровая, и одежда у нее тоже должна быть брутальная какая-нибудь. А Алиса прям реально девочка-девочка, но... Короче, все это очень странно. Блин, товарищ, не сбивай мне Рейджат... Ой, не Рейджат, а... Перфект, блин, гад, сбил, ну! Я ж попросила, блин! Ну вот, всегда они так просят, их они еще все испортить всегда хотят. Я просто в шоке. Блин, Алиса удивила, так удивила. Еще одно повышение. О, из него монеты сыпятся. Как клево. Это что, я балерина, дай покажу тебе, как я клево умею. Просто недооцениваешь меня. А к чему? Ты ведь пендрешь эти все движения с отрыванием головы. Она что, головой? Это что вообще я сделала только что? Жесть. Как это так? Говорят, из тебя монеты сыпятся. Блин, нифига тут сколько монет уже. Везде, блин, на ринге. Как ты крут. Я тоже умею так же. Хотя Рейджатом воспользовалась, мне в последнее время это не нужно стало, ну? Более того, все эти монеты будут моими сейчас. Итого, сколько монет я собрала? 20 тысяч? Да блин, мало. Я сейчас кажусь чуть ли не непобедимой, да, но мне кажется, что рано или поздно я... Найду соперника, который мне не по зубам будет, и которого мне будет иметь смысл бояться. Ау! Кажется, я нашла того самого соперника. Блин, да как это я так умудрилась активировать-то? Что Алиса творит? Ничего себе! Жесть, как это вообще так? Ничего себе, она клёвая! Блин, а иметь крылья очень... Это очень даже хорошо, блин! Это чересчур хорошо, даже слишком хорошо. А вдруг перфект будет? Ну нет, перфекта уже, блин, не будет, очень жаль. Протеин какой-то рекламируют, слава богу, я робот, и мне протеин не нужен. Блин, какая клевая атака, слушайте, я просто в шоке. Какая она классная. Это атака. Ну и Алиса тоже отчасти так. А вот с этой товарищей
товарищей, блин, пожалуй. Надо все-таки ухо востро держать. Но тут золотой сундук. Это хорошо, что по лицу получила, да? Такого не ожидала. Смотри-ка, ты умеешь летать, я умею летать клево, правда? А, блин, опять у меня Рейджот сбили. Ну как это не то, кто? Ой, какой Рейджот, перфект, блин. Было бы здорово, если бы перфект был, но, к сожалению, нет. Ну ладно, бог с ним, с перфектом, главное выжить. Ау! По лицу получила снова. Ау! Как это она так меня подбросила, блин? Ау! От меня не уйдешь! Ау! Блин! Она свои клевые техники использует. Блин, я промахнулась, как я так-то? Ну блин! Я же говорила, товарища она. Ну, вы поняли, какое слово? Я под этим подразумеваю. Алиса в футбол хочет поиграть. Я смотрю, они все футбол любят. Только почему? Блин, блин, блин! Плохое! Плохая эта тактика с твоей стороны, блин! Ну вот. Блин, ну вот нафига я этот... Ой, вот давай без выпендрежа, ладно? Я не могу эту судьбу принять, бла-бла-бла. Достала, если честно, этим выпендрежем своим. Что за понты? Не можешь судьбу принять, дай себя убить. А еще лучше не давай убить, а просто сундук передай и все. От тебя вообще ничего, блин, не требуется, только сундук. Я многого прошу, я даже драться не хочу. Меня бы устроило, если бы я пришла вот подраться там с кем бы то ни было. Алиса просто сама вежливость, да? Опять ты? Реванш? Но какой тебе реванш? Да ладно бы я реванш требовала, но ей-то зачем реванш? Так вот, если бы я приходила на поле сражения, да, а мне сразу противник, вот, держи тебе сундук. Меня бы это больше всего устроило, на самом деле. Я даже драться не хочу, я даже убивать никого не хочу. Блин, что у Алисы за странный купальник? Он едва-едва прикрывает низ ее. Это же просто жуткий купальник. А что, головой драться лучше, чем когда голова на месте? Я чего-то не понимаю, Алиса. Ау! Домашние тигры, это, конечно, все хорошо, но... Пусть там будет золотой сундук, пусть там будет золотой сундук. Весело было, Алиса, как всегда, вежливо. Но она такое говорит, что... Это совсем не вежливо. Оказывается, и на Алису управа может найтись, да? И не все-то мне, блин, победа, когда я Алиса. Ну хотя, Алиса реально, вот если выучить некоторые ее атаки, такие неплохие, то она, в принципе, даже достаточно сильная. Я просто в шоке от нее. Эй! Я думала, это у меня атака такая, это медведь так подбросил. Жесть, я просто в шоке. Ау! Блин, я у него как кукла летаю. Хорошо, что я всего лишь робот, а не человек. И у меня хотя бы кости не будут сломаны. Но есть у меня процессор и видеокарта, которые стоит отключить, и все, и мне конец. Короче, я безжалостный робот, который избивает жестко просто медведей и тигров, и всех на свете. Ау! Да блин, медведь, ты достал! Вообще мне подняться никак не давал. Говорят, на черном рынке медвежьи шкуры ценятся. Нет, ну правда, эти ее слова совсем вот с этим действием никак не... Вместе не того самого. Они не должны быть вместе. Что они вместе, блин, делают? Что, чувак, боишься меня? Правильно делаешь, бойся. Ау! Да что такое, блин, нажимаю одни и те же клавиши, а вот эта вот атака бывает не получается. Как так-то? Господи, что творит? Жесть просто. Чувак, у тебя всего ничего, здоровья осталось, сдавайся. Лучше отдай мне этот свой сундук с твоими плечами, полный денег, и разойдемся мирно.
Мяу! Мяу! Пусть будет перфект! Пусть будет перфект, пожалуйста! Ну вот, гад, блин! Да как вы достали перфект мне, блин, сбивать? Кстати, он выше ранга меня, но мне это не помешало его добить, и в итоге я получила какой сундук? Какой у него сундук в сундуке был? С каким количеством денег? Всего лишь 15 тысяч! Что, большинство монет разлетелось, что ли? Опять ты пухлый! Дай наваляю тебе хоть так. Что, не ожидал подката, да? К тебе так пухлому кто подкатывает? Никто, кроме меня, блин. Ах ты гад! Довел меня, блин! Женская истерика! Алиса так кричит зачем-то во время рейджарта. Ладно, я кричу, но она-то чего? Ты пожалеешь о том, что прикасался ко мне своими кулаками? Я только с Ларсом. Только Ларс, только хардкор. Или кто там возлюбленный у робота? Я не знаю, как насчет того, чтобы иметь робота возлюбленным, но я абсолютно точно уверена, что робот Бодигард — это очень хорошая задумка, и Ларс, если что, всегда защищен будет. Опять ты? Хочешь реванша, да, мстить мне будешь? Или навалять мне желаешь? Как? Игра на повышение. Да чего же это меня повысит, интересно? Ау! Что, получила по носу, да? Не ожидала, небось, такого? Да, блин, как это Казуми умудряется быть то спереди, то сзади меня, блин, туда-сюда. Как-то ее уносит ветром. Не, Алиса клевая. Хорошо, что достаточно сильная, но тут я думала, она же робот, должна быть сильной. Я говорю, реально, быть с крыльями и при этом быть рестлером, это реально клево. Так. И я получила... Я мало того, что эксперт, так еще я получила... Эффект удара А для Алисы. А точнее, с буквы А начинается слово «Офигеть, блин!» Это ради вот этого я тут выживать пыталась как-то, блин, я просто в шоке. Да как так-то, ну? Не то слово, Алиса, сугой еще какой. Достал ты со своим ур. Алиса такая гибкая, клевая. Она реально прям девочка-девочка такая, ну, как под подросток, правда. Я удивляюсь. Ау, ау, ты что творишь? Какого робота ученые создали? Интересно, а в мирных целях ее можно как-то использовать? Ну, в смысле, как она, если вот это будет не война, она же боевой робот все-таки, хоть она и такая миленькая тоже вся из себя и... И наряды у нее клевые, там, девчачьи такие, и так далее, но просто... не может ли у нее сбой, там, например, случиться в программе, и, допустим, она в мирное время начнет там жителей убивать, к примеру? Может вообще быть такое, нет? Господи, перфект, да еще и с Ниной, вы только подумайте! Нина не тот соперник, с которым перфект может быть, и с которым вообще выжить как-то удастся. И вот что я делаю. Я мало того, что выживаю, так еще и перфект получила. Я просто в шоке. Так. А вот теперь я могу даже и не выжить. Нина, я тоже так клево, блин, по-всякому вообще умею. Блин! Каким таким образом Нина избежала этих бензопил? Знаете, вот бензопилы, правда, вроде так устрашающие у Алисы и не выглядят. Такие тоже по-девчачьи скорее. Но в то же время под эти бензопилы, мне кажется, лучше не попадать. Игра на повышение, да еще и со стариком. Старик, ты что, познал
не знаю, что там, просветление или что познают такие, как ты. Будда там, все дела. Господи, меня размазали, как насекомое, просто. Офигеть. Блин, а старик суровый. Лучше я Рейджат активирую, иначе я не выживу. Интересно, а Алиса с Ларсом будем драться? Ау! Старик меня обхитрил! Старик, ты что, голый что ли? Блин, жесть! Как ты так можешь? Офигеть! Огрофист, блин! Кулак огра! Кстати, у Алисы еще цветочки на этом купальнике ее. Жесть! Боевой робот, я не знаю, просто в голове не укладываются эти два слова. Интересно, а в нашем реальном мире есть такие роботы? Интересно, робота наподобие Алисы скоро создадут? Может ли вообще быть такое? Думаю, если кто и создаст, кто в этом преуспеет, так это японцы. Им уже есть откуда брать. Перфект, да ладно. Кстати, еще один помешанный на Будде, по всей видимости. Потому что четки вон какие огромные у него на плече. Да-да, это не бусы, это четки. Ау! Ты слышал? Сугой! Я один сплошной сугой, блин! То есть круто что-то в этом духе. Триста тысяч. Ну это всяко лучше, чем мне досталось два сундука после битвы с Ниной, кажется, в котором было по 5000. Истину глаголишь, тебе здесь не место. Блин, ничего себе, как я крута просто, жесть. Да еще и в ускоренном режиме. Ну держись меня подальше, отошел от меня. Нифига себе, как я четко, да. Жесть, блин! Офигеть, она клевая! Слушайте, может быть, то же самое и с Лаки Клои сработает, а? Ну, то есть нужно просто найти атаки, которые бы мне помогли выиграть. Алиса тоже, вроде, ну, слабенькая, да, но нужно просто найти подходящие атаки, которыми будешь пользоваться. А, хотя у Лаки Клои я же одну нашла, но все равно она как-то, ну, не знаю, мне уже Лаки Клои такой уж прям сильный и не представляется. Няшный, да. Ее место среди моделей. Няшных каких-нибудь. И что с твоими руками не так, Катарина? Почему это ты их рассматривала? Не ожидала, небось, такого от меня, да? Ха! Какие крутые, блин, блинский, блин, ты что творишь, что? Блин, нифига себе, там мне здоровье спустило, жесть, я рестлерша. Робот-рестлер, вообще норм, да? Я еще, мало того, что робот-рестлер, так я еще и робот-футболист, блин. Ну, почти перфект был. О, Алиса такая клевая, такая вежливая, да? Прям сама прелесть. Но и низ ее купальника мне совсем не нравится. Вот прям совсем. Опять, Катарина? Тебе было мало двух раундов? Ну, даже не знаю, сможешь ли ты меня уделать. Ну, давай, попробуешь. Я не уверена, что у тебя это получится. Зацени, как умею, клево, правда? Ау! Катарина, блин! Разошлась! Не-не-не, только не Рейджот! Господи, Алиса, мы пятую точку Алисы видели! Жесть! Да, кролик, блин, боевой! Кролик вроде такое безобидное, да, существо? Опять Рейджат, ты мне перфект хочешь убить весь? Ну ладно, сбивай, так уж и быть. Так вот, кролик вроде и безобидное существо, но, блин, если мы говорим про Алису, совсем, блин, не безобидное существо, да? Мяу!
что ты можешь, жалкий человечишка против робота? Скоро все так роботы, которых уже создали, еще создадут, будут так думать, и все, и тогда будет как в Терминаторе. Роботы захватят мир, и так далее, и так далее. Игра на повышение. Лили! Лили, а что ты забыла у Мисима? Блин, нифига себе. А вот может быть Лили будет тем самым моим противником, с которым мне будет очень сложно всегда сражаться, и я не смогу даже более того. Черт. Я неверную тактику выбрала. Нас с тобой жизнь разбросала, да? А что ты скажешь насчет бензопил? А Лили так красиво оделась, такую прическу клевую сделала, а я беру и распиливаю ее просто на кусочки, чтобы потом продать на черном рынке на органы. Самые настоящие французские органы. Думаю, будет много клиентов. И тех, кто захочет вообще такие органы получить. Блин, я просто восхищаюсь Алисой, и теперь я от нее такой прыти не ожидала, она клевая. Мне уже даже интересно, найдется ли действительно достойный ее соперник, который сможет ей навалять. Скоростной бой? Fight. О, смотрите какой! Какая награда меня ждет, если вдруг я одержу победу в этом бою? Вот тебе и Саид, никто и Саид тебе не поможет. Я Сугой, зови меня Сугой, а не Алиса. Видишь, как с головой умею свои играть? Мне даже для футбола не нужен мяч. Собственная моя голова сойдет. Я думаю, там для Алисы либо эффект удара, что еще мне разработчики могут предложить, либо же низ купальника, одно из двух. Боже, бедный старик. Все, что он видел, это мелькающие части купальника и женского тела, больше ничего. Что? Ратушные волосы для Хэйхати? Что, блин? Разработчики, вы серьезно? Я просто в шоке, как так? Какой твой Хэйхати? Мне бы для себя, блин, радужные волосы, хотя у меня уже есть, но еще бы одни, может, и не помешали бы. Жди, я тебе еще не все продемонстрировала. А вот что значит зажать противника в угол. Тогда-то ему от моих атак не отвязаться. Ау! Подожди, да, я тебе покажу, что я с головой умею делать. Ты-то так не умеешь. Никто так больше не умеет. Потому-то Ларс меня и выбрал, что я его развлекать буду таким образом. Зацените. Можно реально в футбол играть без мяча, блин. Вот так взял голову любимого робота и поиграл в футбол. Кто же сможет меня одолеть? Лили, переоделась и думаешь, тебя в гриме не узнать? Тебя действительно в гриме не узнать, но я все же тебя узнала. А ты умеешь быть балериной, Лили? А что если теперь моей любимицей станет Алиса, а не Лили? Что если теперь я буду Алису считать самым крутым персонажем для драк? Она и быстрая, она и сильная, она и робот, еще вдобавок ко всему, у нее-то и крылья есть. Что, не ожидала такого Алиса? Ой, Лили. Не ожидала, да? Что я... Блин, никто, наверное, не ожидает, что я голову собственную отрывать могу. И чтобы она потом на место как-то становилась. О, бедная Лили. Интересно, сколько денег я смогу сегодня заработать? Я говорю, вот серьезно, было бы неплохо посмотреть кат-сцены, да? Но никакие кат-сцены не принесут мне столько денег, сколько может любой из персонажей во время вот боев. Смотрите, сколько побед у меня уже. Это гораздо больше, чем когда я только начала проходить вот эти вот бои за сокровища, и когда я только Лили выбрала, помните, в самом первом видео по боям?
за сокровище. Вот тебе и АА. У этого персонажа из Наруто такие звуки странные вылетают изо рта. АА! Что это вообще, блин, такое? Что за АА? Позорник, блин, не мужчина! Эу! Ты не сможешь меня с ног сбить, я несбиваемая, я робот! 15 тысяч! Да, мало роботы получают за свою бодигардскую работу. А ведь они собственной жизнью рискуют, если это можно так назвать, конечно. Немец, убиваю нацистов! Что, не ожидал такого? Я тоже от тебя не ожидал такой прытью. Что он меня сбить, оказывается, сможет. Кстати, он в том самом костюме, да, в котором был Рейджат мелкого. Правда, толку от этого. Все-таки клёвая эта атака у Алисы. Из прошлых частей костюм, я просто в шоке. Что, не ожидал, да? Я и сама от себя такой неуправляемости не ожидала. Ау! Да что, блин, с этим немцем? Жесть! Еле убила, я просто в шоке. Блин, меня так радует, что сейчас никто не может меня победить. Я просто в шоке, я от этого в том числе. Это реально клево. Турбобитва! Раунд 1. Файт. А, никто, цыган, и не спрашивал, слышишь меня? Я даже не знаю, что ты там сказал мне. Он же реально как этот, блин. А, забыла, как зовут. Ай, черт. Игра же недавно вышла. В 2014 году или в каком? Короче, я не помню, как этого товарища называют, но я обязательно узнаю и скажу вам. Блин, чувак, ты что творишь? Ну вот, он свой рейджат активировал. Что ж, тогда и я свой, думаю, могу активировать. Не, ну а что, его можно обменять? А, ну, в общем, как-то так. И я получила... 5000! Вообще класс! Рэмбо! А вот как его зовут. Цыган у нас теперь Рэмбо, блин, он не цыган вовсе. Так, что-то я реально разошлась. Ого! Пират! Так, вот пират может стать серьезным противником, да, судя по всему? А если бы я еще не тупила, вообще замечательно было бы. Пират, я тоже так ногой умею. Я вообще по-всякому ногами-то умею. Зацени, как я крута. Ух ты, год. Да, Алисе тоже нужно время. А, нужно время для раскачки. Потому что вот подкат она делает при помощи крыльев, да? А, то есть, чтобы подольше, ну, как бы, пролететь, прокатиться, проехать по земле. Что случилось, блин? Я думала, это я так ударила, что аж улетела далеко и надолго. Ну, вы знаете, она вот так вот разгон как бы делает, да? Я мародер теперь. Вообще-то Алиса вот с таким жестом и в такой стойке, лучше бы она спросила, не нужна ли помощь, блин, пирату. А не, я, оказывается, сильная. Надо же, мне подсовывают все новых и новых противников, блин. Ты что творишь с роботом? Офигеть, разошлась, блин, вы только гляньте. Офигеть, блин. Ужас, ужас. Кажется, я нашла того, кто мне не по зубам. Но это не точно. Ой-ой. Прям подых мне, блин, 20 побед. Будет жаль, конечно, сейчас проиграть, но... Что ж, ничего не поделаешь. Такова судьба, у нас еще очень много костюмов впереди.
Блин, я вот смотрю на эти удары Алисы и думаю, бедные ее люди-соперники, ведь они-то живые люди. Прикиньте, человеку такой удар получить от робота, который со всей дури там подкатывает к нему, ноги ломая. Или подпрыгивает в воздух, чтобы потом со всей дури ногой ударить. Представляете, какая жесть вообще, бедные люди, они потом в коме, наверное, после такого находятся. И даже... Это как ее там мне, не соперник, я просто в шоке. 10 тысяч и 10 тысяч. Ай, выпендрежник, еще один, блин, весь в своего отца и в деда, и в бабку, и во всех на свете, короче говоря. Достали выпендрежники? Вам самим не надоело выпендриваться? Ничего себе, как четко получилось, да, чувак, жесть вообще. Как, блин, слушайте, что я сказать-то хотела? Даже забыла, что сказать хотела. Ладно, это, наверное, не важно. Зови меня просто Согой. А че это мне его гнева бояться? Нет, перфект, да ладно. У него что, претензии, что ли, ко мне какие-то есть? Разве может быть только что к тому, на кого я работаю? Но ко мне-то какие претензии? Эффект удара би для Джоузи я получила. Что? Джоузи сама не в состоянии получить эффект удара свой, собственный, блин. Бой с удвоенным уроном. А вот сейчас посмотрим, как я продержусь, насколько меня хватит, потому что... Сейчас у меня может быть все очень плохо. Ау! Ё-моё, блин, чувак! Да как ты так-то, ну? Чего ты не подставлялся под мой рейджот? И почему у тебя два мяча? Одного, что ли, мало? Нет, перфект! Да ладно, жесть, блин! Вот что значит, когда они не защищаются, да? Ну вот, теперь-то перфекта не будет. У него, правда, перфект может быть. Ой, блин! Товарищ, ты чё творишь? Испытай силу моего Рейджарда! Может ли быть такое, что он меня убьет? Жесть, как он так четко! Ну вот, меня убили. Бой с удвоенным уроном, это не мое, так, уничтожить звание я получила. Это такое звание у Алисы, уничтожить? Она же девочка-девочка вся прям такая из себя. Какое еще уничтожить? Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Так, следующий наряд у нас это вот этот вот. Алиса Басканович. Басканович Алиса. А я вот не знаю, может быть, не растягивать искусственно время ролика. Мы же вроде и так поняли, да, на что Алиса способна и всякое такое. Может просто сейчас одну победу одержать в одном костюме, потом как бы закончить бой, одержать победу в другом костюме, чтобы эти победы все подсчитывались там и так далее, и так далее. Даже не знаю, если честно, что я делать. Блин, да что такое, Джоузи? Как так-то? Почему я победить не могу? В чем дело? Я же боевой робот. А, я поняла. Это... Этот модем Wi-Fi с антеннами на голове мне мешает смотреть. Кстати, Джоузи у нас больше не Джоузи, а Security. Жесть вообще. Ну вообще, с каждым новым рангом мне, конечно, будет все сложнее в этом мире выживать. Так что даже не знаю, следовать ли тому плану, который я только что предложила, или не следовать, просто вот теряюсь. 100 тысяч. Это здорово, такие деньги, это здорово. Опять немец. Нарывается на неприятности. Что получил? Фашист гранату, попрошу заметить. Блин, ну в таком костюме, Алиса, я просто в шоке от нее. Однако мне так нравятся вот эти вот ее атаки, которыми она просто уничтожает врагов. Это реально клево. А давайте по 3 победы в каждом костюме.
ну, по возможности, если получится. А крылья эти какие прикольные. Смотрите-ка, я и такому удару научилась. Это клавиша вперед и вверх. Но почему-то эти клавиши отвечают за два удара. Очень странно. Мяу, ко мне не подходи, убью. Почему Алисе вот так вот изгибаться не помешало, что у нее автомат или винтовка на поясе, на пояснице? А ведь это же реально должно было помешать ей вот так вот согнуться. Round one. Fight. А еще вот такой вот удар я освоила. Это когда клавиша назад и клавиша наверх. Вверх. Ну вы поняли, короче. Но больше всего мне вот эти вот нравятся. Блин, клево, Алиса клевая. Вот так вот новым ударом учиться, здорово. Что, получил, блин? Поцелуй мой живот, потому что почему-то его голова была очень близка к Алисиному животу. Как я крута! Бываю иногда, да? Алиса, к чему этот крик, блин? Или ты думаешь, он поможет тебе выиграть? Даже не надейся. И сколько я уже победу держала? Я просто, ну, поняла, как Алисой драться, и все эти победы, это может реально надолго растянуться, поэтому давайте сейчас быстренько пробежимся по ее оставшимся костюмам. Там их еще великое множество. Два боевых кролика, блин, даже смешно звучит, если честно. Потом боевой костюм. Алиса Фаскадович. Кстати, а боевой костюм и костюм боевого кролика, они вообще чем отличаются друг от друга и от обычных костюмов? Игра на повышение... Мяу, какая Алиса разукрашенная! Жесть просто, правда? Шанс на повышение! Как будто мне оно надо, это повышение! Ведь чем выше мой ранг, тем же мне хуже! Вот я вообще как так, а? Ну все, я поняла, как Алисой драться, теперь берегись. Теперь лучше мне на пути, блин, не попадайся. Убью. Ау! Блин, суровый эко-мастер. Почему он эко-мастер, интересно? Блин, а может меня и добьют сейчас, кто знает. Ну вот. Как странно! Очень странно! Последний раунд! Нужно показать, на что я способна! Давай-ка твои кости пересчитаем! Да, что такое? Мне прям подняться не дает! Жесть! Раскачаться не дает! Ну что, это было вполне ожидаемо, да? И я теперь драчу, потрясающе. Бутоньерка клевая. Мне кажется, или у Алисы только один глаз накрашен. Прям так жирно накрашен. Ичеси. Покажите-ка мне Алису, пожалуйста. Что-то как-то странно, если честно. Да, блин. Ну вот видите, да? С каждым моим новым рангом враги все более сильнее становятся. Это же нехорошо. Это вот прям вообще-вообще нехорошо, блин. Все, кто раньше мне проигрывал только так, они теперь, блин, стали гораздо сильнее. Блин, Джози меня била, даже когда я вот пыталась ее распилить, представляете, жесть. Ничего себе устойчивая, блин, Джози. К повреждениям. Никакой Райджат мой ей не страшен, блин, это вообще как, а? А вот так ты не хочешь? Джоузи! Отойди от меня, Джоузи! Нет-нет, покажите мне Алису, пожалуйста! А нет, у нее два глаза накрашены, жесть! Просто такое ощущение, вот когда смотришь на глаз, который ближе к нам, он как будто жирно накрашен, а тот второй, который подальше от нас, он как будто
А, менее накрашен, я просто в шоке. Да, конечно, Лаки Клои на самом деле просто и рядом не валялась с Алисой, вот, вот честно. Алиса крута. Да что с тобой, блин, зверюга, не так, а? Нет уж, меня не трогай. Я балерина, блин, я хочу этому жизнь свою посвятить, а не обнимашкам. Ау! Так в какой части Алиса появилась? В предыдущей? И как это они так с Ларсом влюбились друг в друга? Как вообще можно в робота влюбиться? Только Ларс так умеет, блин. Ну хотя она клевая, конечно, но извините, блин, в боевого робота влюбиться это вообще уметь надо еще. Чувак, это конец, но как ты не выпал, блин? За эти бревна все, я просто в шоке. Ну, для Алисы этот макияж, он слишком вызывающий, по-моему, слишком такой вычурный. Так, все, три победы в этом костюме я одержала, просто я говорю реально, я поняла, как Алисой драться, если мы будем сейчас драться и драться до бесконечности, и ждать, пока я проиграю, то на это реально много времени может уйти на запись такого ролика, поэтому лучше... Лучше ничего не ждать, а сейчас быстренько пробежаться по всем костюмам. В конце концов, зачем мне действительно искусственно растягивать ролик? Что мы, на костюм мы и так не насмотримся за три победы, что ли? Тем более все эти кат-сцены с Алисой. Куда меня занесло? В Италию! Из жаркой Африки! А ты моя цель, значит. Готовься умирать! А ждать, когда появится враг, который мне не по зубам будет, я думаю, это слишком как-то... Слишком долго, слишком на это времени много уйдет, скорее всего, поэтому лучше реально не ждать, а просто действовать так, как вот я предложила сейчас. Блин, суровый какой, чё он такой обозленный-то, я не понимаю, блин, реально, с ним его отец так не поступал, как с его отцом поступил его, блин, дед. Я понимаю, его отец, блин, обозлен. Но этот-то чё, обозленный какой-то? Ау! Злобный гад! Мы с тобой ровесники, блин! А стало быть, он не может таким на меня злым быть, мы же ровесники. Кстати, здесь вот я вижу сердечко на лице Алисы, а в боевом костюме, наверное, из-за шлема или из-за волос, я не знаю из-за чего, но... Смайло злость, будем думать, что он так называется. А я совсем не видела. Как-то это странно, правда? Блин, мы такие с тобой разноцветные, такие красивые, клево. Только посмотри на нас. Да еще в такой обстановке клевой сражаемся. Я просто в шоке. Ау! Ау! Сугой, ты клево дерешься! Ой, меня что-то занесло слишком! Товарищ, ты что творишь? Тебя ничто, блин, не спасет. И ты с ног меня не свалишь даже. Клево, да? Реально, Алиса клевая. Мне нравится уже даже. Хотя, если честно, буду честна с вами, я ее как-то недооценивала. Пожалуй. Может быть, я и с Лаки Клои так же поступаю. Я не знаю, но Лаки Клои, мне кажется, реально слабенькой. Кстати, Алиса вот боевой робот, да? Предполагается, что на ней вообще не должно быть макияжа. Так я вижу и блеск для губ, и глаза у нее все-таки подкрашены. Не могу сказать, что вообще прям не накрашены. Так, еще один золотой сундук. С этой женщиной только золотые сундуки, да? Это хорошо. А теперь главное победу удержать. Да что с ней не так? Или что не так со мной? Чё это я ослабила вдруг резко, ни с того, ни с сего? Ну и как это понимать? Что со мной случилось, блин? Что, не ожидала такого, да? Да как дома ток? Блин, я просто в шоке! Вы гляньте, что творит, как это?
Чё, она сильная такая? Откуда вообще взялась-то сила? Как она могла такой сильной стать? Она же была гораздо слабее. Ну, в смысле, мне удалось ее победить один раз. Если победить удалось, значит она слабенькая. Но откуда прыть, блин, вся эта? Ладно, неважно, откуда прыть. У нас тут новый костюм. Этот новый костюм подозрительно похож на вот этот вот костюм. Ну да ладно. Так, и штаны. Кажется, вот эти вот штаны, да? Костюм А, и там костюм А, и тут костюм А. Значит, это одно и то же. Давайте очки Алисе вот такие вот. Ну а что, хоть какое-то разнообразие. Так, и давайте волосы другого цвета. Костюм и так слишком разноцветный, чтобы такие волосы еще добавлять. Этот костюм в цвете, в каком бы то ни было, не нуждается. Так. Такая Алиса меня вполне устраивает. А что у нас тут? Алиса вся такая из себя вежливая, добрая, да? Но такие гадости вылетают из ее рта. Не сейчас, нет, но обычно. Ого, у нее алмаз, что ли, там? Почти на груди. Или в груди даже, я бы так сказала. Интересно, у нее реально есть сердце или нет? Вообще, из чего она состоит? Тяжелая ли она? Роботы же наверняка тяжелее, чем обычные люди. О, тут такая прям, я не знаю, ботанша, да? Клевая такая. Сейчас посмотрим, какая она ботанша. Вот меня это так возмущает, если честно. Ну, потрясающе. Я у нее спрашиваю, нельзя ли без драки, а она мне намекает, как бы, что без драки нельзя, и ты легко не отделаешься. Оу, оу! Так, эта Янка сильная! Чего? А мы же подруги с ней, разве нет? Чё это она позволяет себе? Получается, я и с Ларсом буду сражаться, да? Если с китаянкой сражаюсь, то и с Ларсом тоже. Клёво, да, китаянка получилась только что? Ну уж нет. Ты хоть и подруга мне, но я тебя убью. Играю до 3 побед или до поражения. Одно из двух. Раунд 2. То есть она меня позвала в кино, значит, да? А в итоге мы вот что делаем. Деремся, и где? У Хайхати? Что-то мы здесь забыли. Как вообще нас сюда пустили на самый верх-то? Я еще понимаю, мы бы на улице дрались. Или в кинотеатре. Это еще хоть как-то можно объяснить. Но что мы здесь забыли, блин? Не, китаянка мне не соперник. Хотя моя подруга. Кстати, а сколько у меня денег уже? Ого, 450, ничего себе. Много мне дали за убийство подруги. Много. Катарина с своими пинками? Не, Катарина, это мой пинок тебя прям в ад отправит. Ты мне не соперница. Ау! Блин, она меня заставила только что растеряться. Я от нее, блин, такого подвоха не ожидала. Бедная Катарина. Думаю, после записи ролика я еще поиграю Алисой. Она меня прям, если честно, удивила так удивила и даже восхитила. Я просто в шоке от нее. Надо просто знать, какие клавиши нажимать, чтобы персонаж был сильным. Может, реально это и с Хлоей сработало бы, я даже не знаю. Но Хлоя, не знаю, мне не кажется прям такой уж сильненькой. А что, Катарина, смешного? То, что я тебя уделаю сейчас? Ничего себе! Я ей прям на позвоночник прыгнула, жесть! Это, наверное, очень больно. 250 тысяч, что? А вот и панда. С медведями мне почему-то очень сложно сражаться, но... Ах ты! Вы гляньте, какое... Противная панда, да? Еще никто так со мной не поступал, чтобы лежать на земле и что-то там как-то меня с земли пытаться ударить. Такого еще никто, блин, не делал. Панда хитрая. А, панда мне пришла отомстить за свою подругу. И за мою подругу тоже, за которую я, тем не менее, почти убила.
А битвы с Ларсом мы так и не дождались. Интересно, когда я буду Ларсом? А мне дадут сражаться с этим роботом Алисой или нет? Да как ты так панду-то, блин? Противная панда! Ну вот, панды мне точно не по зубам. Очень жаль. Ах ты! Вы только на нее посмотрите, какая наглая! И сильная панда! Мяу! Панда, это конец! Я ей тоже позвоночник сломала. Алиса так руку протягивает, будто дружеское участие проявляет, но мы-то правду знаем. А мы-то слышим, что она говорит. Ну все, ребята, думаю, с нас хватит того, что мы увидели, связанного с Алисой. Давайте посмотрим, сколько денег. Ого-го, 4 миллиона мне позволила Алиса накопить. Хотя до этого... А нет, до этого был 1 000 000 с чем-то, 1 200 000, кажется, тысячи. Но я потратила 1 000 000 на загар Алисы. И там оставалось около 200 000, если мне память не изменяет. Короче, реально, считай, все эти деньги Алиса сама вот заработала за время этого ролика. Клево, что я еще могу сказать, здорово. Но, думаю, уже с меня хватит. Я действительно вроде бы поняла, вникла, какие клавиши нажимать, в какой комбинации, чтобы... они давали тот или иной очень хороший результат. И, в общем, Алиса реально может стать даже непобедимой. Хотя есть тут некоторые товарищи, которые меня, ну, не только так уделывают, конечно, но они, в общем, довольно серьезные мои противники. Это медведи и мать сумасшедшего семейства, когда она в демона превращена. Они довольно сильные ребята, но... Что касается всех остальных, кстати говоря, довольно сильных, то они вроде как мне по зубам, и считай, я их щелкаю как семечки даже. Кстати, пока еще мне пищащий китаец за Алису не попадался, интересно, почему так? Очень странно. И это Катарина, которая, блин, из боя в бой рвется опять со мной в бой опять же. Уф, это все очень странно, но ладно, все, давайте будем прощаться. Надеюсь, ролик вам понравился, ставьте большие пальцы вверх, если да. Всем всего хорошего и пока!